Мы находимся на нашем участке. Наша елочка. Вот персик зреет, малина. И вот здесь выросла ежеклубника или тибетская малина. Года два назад я посадил здесь 10 кустиков. Это ягоды. Ягоды своеобразные, интересные. Довольно-таки крупные. Но не очень вкусные. Ягоды крупные. Говорят, сохраняются хорошо. Вот в этом году мы получим более-менее какой-то урожай с нее. Вот. Может, кто-то знает, что это за ягода. Чем она знаменита. Вот ее плодоносит очень долго, до самых холодов. Довольно-таки кусты довольно-таки высокие. Где-то до метра, наверное. До метра. И ягоды тоже крупные. Так что вот, вот такое вот чудо выросло. Вот. Вот такая ягода. Довольно крупная, сами видите. Где же клубника или тибетская малина? Ну а тут у нас начинает зреть ежевика. Ежевики в этом году довольно-таки много. Много еще зеленой ягоды, но только-только вот первые ягодки начинают зреть. Плантация у нас ее небольшая. Но ягод очень много будет в этом году. Колючая, конечно, колючая. Ну, порадует нас урожаем. Вот такая ежевика выросла у нас в этом году.